к новым свершениям, опираясь на опыт. Это девиз действующего депутата законодательного собрания и ректора ЮРГУ Александра Шестакова. В своей работе областного парламентария он всегда прислушивается к пожеланиям ветеранов. Вот и в честь Дня танкиста кандидат в 5-й созыв ЗСУ в очередной раз встретился со старшим поколением и выслушал наказы ветеранов. Уже в первые минуты встречи с бывшими танкистами Александр Шестаков дал понять, на их подвиге, труде и жизненном опыте базируется и его работа. И как ректора, скоро ЮРГУ начинает совместно с ЧТЗ программу развития бронетанковой техники, и как депутата Заксобрания о различных районных проблемах ему обычно рассказывают ветераны. Пожилые люди обращаются с разными вопросами. Например, просят благоустроить внутридомовые территории, иногда и с личными бедами. Ветеранам это дает общение. Я думаю, что у нас все-таки недостаточно внимания к ветеранам, к их великому подвигу, который они совершили. А для нас встреча с ветеранами дает тоже заряд, эмоциональный заряд на будущую работу, потому что ветераны – это у нас золотой фонд. Именно они сохранили страну и развили наш город и нашу страну. И общение с ветеранами дает нам понимание тех проблем, которые нам нужно решать. Депутатом законодательного собрания Александр Шестаков является уже почти 2 года. За это время, признается ректор, за помощью к нему обратились около 1500 избирателей. И проблемы большинства из них удалось решить. Пожарные сегодня сорвали урок в 11-м лицее. Под вой сирены учеников эвакуировали из школы. По такому сценарию обычно и проходят учения МЧС. Подробности в нашем сюжете. Согласно заранее придуманной легенде, ЧП случилось в тренажерном зале лицея. Для правдоподобности здесь заранее установили дым-машину. Сигнализация сработала автоматически, и школьники стройными рядами покинули классы. Директор учебного заведения говорит, такую слаженность они тренируют несколько раз в год. Вот и на этот раз почти 1000 человек эвакуировались меньше, чем за 5 минут. Я, честно говоря, наблюдал, думаю, как они будут двигаться, спускаться по лестнице. И все они придерживались правой стороны, вот как гуськом шли друг за другом, но быстро, потому что им было предоставлено 5 выходов. По сценарию не обошлось без заблудившихся в дыму. Эти роли сыграли 2 старшеклассников. Антон Чеканов говорит, как раз учил английские глаголы, но спасатели предложили более интересное занятие. Меня оставили в 3-м этаже и сказали сидеть ждать, пока не придут МЧС-спасатели. Затем сказали одеть противогаз, ну я одел и пошел. В действиях учителей пожарные нашли только один недочет. Они ждали во дворе школы, где были собраны участники, у них были списки, вот, но как бы они должны были выйти сюда к представителям, сотрудникам пожарной охраны и передать им эти списки. Эти учения прошли в укороченном варианте. Не было падающих из окон манекенов, подъемники также остались без работы. Говорят, масштабное спасение проведут в следующий раз. За тренировку огнеборцы получили оценку «хорошо».